active. Ракета-носителя
330 секунд. Есть запуск рулевого двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателей второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Есть запуск маршевого двигателя третьей ступени. Есть сброс головного обтекателя. Параметры системы управления в норме. 370 секунд. Полет проходит по программе. 380 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 390 секунд. Полет нормальный. 400 секунд. Система управления функционирует нормально. 410 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 420 секунд. Полет нормальный. Все системы функционируют нормально. 430 секунд. Полет проходит по программе. 40 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 450 секунд. Ангаж, рыскание, вращение в норме. 460 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 470 секунд. Полет нормальный. 480 секунд. Система управления функционирует нормально. 490 секунд. Полет проходит по программе. 500 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 510 секунд. Полет нормальный. 520 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 530 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 540 секунд. Полет проходит по программе. 550 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 560 секунд. Полет нормальный. 570 секунд. Прошла команда до выключения маршевого двигателя третьей ступени. 580 секунд. Прошло выключение рулевого двигателя третьей ступени. Зафиксировано отделение орбитального блока от третьей ступени ракетоносителя. Орбитальный блок в составе космического аппарата ExoMars 2016 и разгонного блока Proton M выведен на суборбитальную траекторию. Репортаж о запуске космического аппарата ExoMars 2016